все силы на решение острых социальных вопросов. Олег Кожемяков в своем разговоре с ветеранами признал, что в крае делается недостаточно для того, чтобы людям было комфортно здесь жить. Об этом красноречиво говорит отток населения из края. Чтобы изменить ситуацию, нужно проделать масштабную работу, реформировать систему образования, здравоохранения и принять ряд важных законопроектов. Здесь и сейчас. Сейчас достаточно большой пакет мер принят за счет того, что мы остановили все инфраструктурные проекты по торам, по резидентам. Вот, и считаем, что эти деньги нужно направить непосредственно в социальную сферу. И это можно было делать и раньше, не тратить деньги на строительство каких-то больших там гостиниц, зданий. Уже сегодня принимаются смелые решения, такие как соглашение о снижении цены на рыбу и базовые законы, необходимые для населения, в том числе закон о детях войны. В соответствии с ним более 100 тысяч приморцев будут пользоваться льготой в 50% на оплату жилья и услуг ЖКХ, а также льготы по транспортному налогу. Я могу сказать, что, наверное, благодаря ветеранам, людям, кто искренне и беззаветно предан своему государству, предан родине и сохранил это, невзирая на перемену строя на протяжении многих лет, у нас удалось удержаться государству в эти лихие 90-е годы, когда была потеряна идеология, когда абсолютно была потеряна какая-либо государственность, хронические невыплаты заработной платы, вот, то есть отсутствие вообще каких-либо социальных льгот. И государство должно ответить ветеранам тем же. Наконец, навести порядок в системе образования, обеспечив все школы скоростным интернетом и подъемными молодых педагогов на селе. Решить кадровый вопрос в здравоохранении. Специалисты, не только молодые, теперь будут получать от 500 до 700 тысяч подъемных, в зависимости от района. Кроме того, до 20 тысяч рублей будет выплачиваться компенсация за съем жилья, выдаваться доплата от 10 до 20 тысяч рублей в зависимости от района и компенсироваться часть затрат по коммунальным услугам. Ведь без достойного здравоохранения не может идти речи о достойной старости. Безусловно, тот фундамент, который мы создаем, он даст возможность развернуть эту систему, привлечь тех специалистов. Важнейшее направление – это система здравоохранения. Такие же решения мы приняли и по педагогам, и по питанию школьникам, которое 8 лет не менялось и было 21 рубль. Вот. Мы подняли базовые оклады педагогическим работникам в силу того, что в школу тоже никто не шел. И у нас старение кадров – но просто катастрофическое. На встрече ветераны озвучивали разные вопросы и о состоянии дорог, и о пенсионной реформе, и возврате дальневосточных надбавок. Внимательно посмотреть и спросить с тех, кто за это ответственен, значит, как обстоит дело с исторической памятью по местам захоронений погибших воинов. Вот мы 7 лет подряд под контролем и благополучием руководства со стороны Совета ветеранов Приморского края, города Владивостока, Тихоокеанского флота, 7 лет подряд в августе выезжаем на линию боевого развертывания 1-го дальневосточного фронта. Мы ищем и находим, многое не находим, вот, брошенные и забытые могилы. Все замечания и предложения глава региона обещал взять под личный контроль. Катерина Матвеева, Игорь Болтов, новости на 8.